Central Yard грає великий і потужний Антон Лошак, який з його цікавим таким. Другий номер пробивав і забив Євген Кононенко. Просто прийшло, заштовхав. Паченко на заміну знову вийшов і віддають на 9 номера, і Сергія посилує, посилує лічну їбу. Знову Паченко, Паченко назад п'ятку відіграв. Минуло 10 номера, продажі 10 номера. Забив, люди, забив, намагався забити красиво п'ятку у нас. Порш. Намагався забити п'ятку. Це правда, от обрізались. Владимир, третій номер пробив і забив. Забив Микола Вологдів. Рахунок 2-1 і отак. Зараз ледве голкіпер не вкрой, як помилився голкіпер вуличної їди. І забили до Central Yard кураж зловив. Зараз їм ще четверті закотити, проте виходять. Зараз 2-2, улічна їда, п'ятий номер пробивав. Ось так от буває. Намагалися забити і пробили самі. Ну і купали зараз. Поправно живі. 3-3 вибухає улічна їда. Ось в такому хорошому. Третій номер пробував. Стійко! Багато, 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 багато.
10 секунд, уже вони подумки святкують, їдуть дивитися з друзями чемпіонат світу далі, по пабам, по домам, то куди. І ось на цій оптимістичній ноті завершується у нас матч між командами Central Yard та Улічна Їда. Рахунок 3-5. 5-3, победа держава Улічна Їда. Друзья, Денис Ковш, капитан команды «Уличная еда». Денис, поздравляю с победой, за счет чего удалось сегодня добыть победу над командой «Централ Ярд»? Ну, за счет, не знаю, сыгранности. Пытались играть свою игру, как бы сразу перед игрой договорились, что будем играть просто в футбол, без каких-либо там результатов или еще что-то в этом роде. Вот задача была выйти, показать свой футбол, то, что умеем. Вот. Но «Централ Ярд» – боевитая команда, парни с желанием, видно, борются за каждый мяч, и видно, у них борьба. Они, хоть они сейчас и находятся на последнем месте, но отлично боролись, отлично поиграли. Кого выделишь в составе своей команды? Сегодня хороший сбор, в принципе, даже ты показал хорошую игру. Кого выделишь, кроме себя? Да, раз в год и палка стреляет. Ну, мне кажется, сегодня хорошо отыграли. Валерчик выручил на ворота, встал, потому что сегодня... Кстати, что с вратарем? Все вратари резко, ну, вы знаете, вратари – это особая каста, которая, если один пропадает, пропадают резко все. Вот. И Валера сегодня выручил, отличный мяч потянул с углового, когда пробивал игрок с девятки, прям с паутинки. Пауку не дал погибнуть и вытащил. Ну, а так, в принципе, командная игра хорошая, отлично сегодня сыграли командой. Вот, возможно, где-то там немножко обрезок было слишком много. Вот. Ну, пытались играть в футбол, вроде получилось. Так что, может, все-таки в Суперлигу? Да не знаю, последний тур с Куньлунем, как я понимаю, он и будет решать, по сути, матч с Куньлунем. Или Куньлунь, или мы, или Терекон, потому что там у всех, как я понял, 8 команд претендуют на Суперлигу. Вот, сегодня же вечером еще в нашей группе игра «Все в форме» и Терекон, если не ошибаюсь, да. Вот, и, соответственно, Терекон и «Все в форме» тоже там посмотрим по результату. Там заключительный тур, там все непонятно, все в заключительном туре решается. Посмотрим, как сыграем с Куньлунем, там такая лига и будет. Ну, собственно, спасибо вам за игру. Желаем удачи в дальнейших поединках. Друзья, Денис Ковш, капитан команды «Уличная еда» и Евгений Хоменко, представитель команды «Централ Ярд». Жень, ну, хорошая игра, действительно, не хватило, наверное, чуть-чуть сил, возможно, какой-то переизбыток эмоций. Расскажи по игре. Ну, пользуясь случаем, поздравляю, передаю привет нашему капитану Цесареву Ивану. Поздравляем его с днем бракосочетания. Живите долго и счастливо. И приветики. По игре, в принципе, немножко не хватило самоуверенности. Немножко перехлестнули эмоции местами. Не хватило, может, все-таки собранности команде. Так, в принципе, в целом, за самоотдачу большое спасибо команде и в принципе, всем игрокам. Кого выделили в составе своей команды сегодня? Все играли очень ровно. Себя хорошо проявил сегодня Кононенко Евгений. Но сыграл на опыте. Дал задор команде, но не все, к сожалению, его подхватили. Будем, есть над чем работать, скажем так. Что за вратарь? Настоящее приобретение для вашего коллектива. Это наша фишечка. Увидите в следующих играх, он будет прибавлять с каждой игрой все больше и больше. Ну, знаешь, спасибо вам за интервью. Желаем удачи в дальнейших поединках. Евгений Хоменко, представитель команды «Централ Ярд».